Здравствуйте. Начнем готовить обед. Сегодня буду окуня жарить. На гарнир макароны. Но сейчас начну с того, что компот сварю. Вот яблоки есть, сливы. Вот яблоко такое из парка. Вот второе. И вот еще маленькое. Тоже их добавлю в компотик. Порезала яблочки. Вот из парка яблоко прям очень ароматное. Тоже туда порезала. Попробовала. Очень вкусное. Порезала яблоки, сливы, немного виноградика. И добавила воды. Сейчас поставлю на газ. Варится компотик. И воду поставила на макарончики. Добавляю песочек. Кипит наш компотик. Макарончики варятся. Долго не буду кипятить, выключу, пусть теперь настаивается компотик наш. Макарончики сварились, будем их обжаривать. Гарнир готов у нас. Так, рыбку почистила. Сейчас ее посолим, поперчим. Будем жарить с мукой. Вот еще приправа к рыбке есть. Много не буду делать. Вот сейчас с той стороны тоже все ее посолю, поперчу и буду обваливать в муке. Те, кто на рыбку не ест, буду жарить белорусские котлетки. Рыбка жарится. Котлетки тоже жарятся. У нас здесь интересно еще. Вот от Ферри такая тень на стене, как девушка. Это интересно, это дизайн такой бутылки. Как ее не крути. Так, так, все
Хорошая девушка получилась. Закрыть. Тоже человечек такой. Ну, все так. Здесь уже не похоже. Так, вот такая девушка. Ну, будем рыбку ждать. Добавила лук, да, в рыбку. И ее вот так еще повернула. Компотик настоялся. Стал красивым. Ароматным. Запах такой. Горяченький. Еще настоится, еще будет вкуснее. Рыбка уже почти готова. Котлетки уже готовы. Все, рыбка наша готова, легко отделяется. Косточка уже. Все, окунь наш пожарился. Обед готов. Макароны с окунем жареным. Рыбный супчик у нас. Сегодня рыбный день. Тут с гречкой, с рыбкой. Всем приятного аппетита!